День Святого Николая любят все дети. И каждый ребенок ждет подарок в этот день. А вот историю праздника знает не каждый. Начнем с того, что Святой Николай не вымысел. Он родился приблизительно в 270 году в богатой семье города Патары. Он ходил в храм и молился Господу. Видя его старания, его взяли сначала чтецом, а затем воздвигли в сан священника. После смерти родителей Николай раздал свое наследство бедным. Существует легенда, что в одной бедной семье три молодые сестры хотели выйти замуж, а денег на приданное не было. Ночью святой Николай пробрался к их дому и бросил в дымоход три мешка золота. А у камина висели носки, которые сестры повесили сушить, и мешочки с золотом попали в носки. После этого случая, день памяти святого Николая, все начали вывешивать красивые носки у камина. Эта традиция распространилась и на Рождество. А я поздравляю всех с праздником святого Николая и желаю хороших подарков и отличного настроения.